108. Побег на зверя. Томаты, ножницы. Так, а там ставка была сложная, да? Качество. Ножницы. 2. Вот где-то уже 2 или 3, наверное. Это уже 2. Значит, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, наш стит 0 ВП 2. Инжей РВ. Красных. Томат был в конце прошлого столетия. 100 стрика, то есть. Или не было. Уж не было. Так, томаты, ножницы. Так, 0,98 скорость, 2,73 урон. 2,98 тирейт. Дамага нет, терза есть. Во мисс Ачивер. А что у нас? Тринка на Степана есть. Которая не факт, что будем и пользоваться, мы посмотрим. Чепом опять чихнул. Чего день только сегодня проклятый, хватит чихать. Чекан. И Дэн, конечно, дедушка, но нет. Нигу деда я не хочу брать вместо ножниц. Ножницы, по-моему, побольше нравятся. Ставлю. Кайф. Вот и ножницы пригодились. Скорости не будет, я понял. Скорость опять будет весь забег на 78. Ну и ладно. Ну плевать. И с такой пройдем. Ищем дамакол. Да, вряд ли, блин. Даже если дамакол будет, я все равно его не буду брать. Потому что у меня хп не будет красным, скорее всего, все равно. Это же дьявольский айтем. Не думаю, что я беру дамакол в этом забеге. Пойти. Вместо апов прочитал как анус. Куда пора сегодня со стримом заканчивать явно. Восьмой забег, он сложный самый. Так, его томат жрет.
Окей. Так, у меня сильных хп нет. Немножко стрёмно. Блять, ножницы не заряжены. Нажал, блин, ножницы. О, опять взорвали секретку. Без моего участия. Шикарно. Очень хорошая. Вот деньги. Нормально. Еби-еби его, да-да-да. Блять, чуть на меня не налетел. Сука. Страшно. Это было довольно близко. Страшная кнопка. Ланцер же не проходит зверя, да? Полностью, по-моему, нет. Я могу либо всадник убить, либо просто зверя могу убить кнопкой. Типа финальную фазу. То есть абсолютный мусор. Если бы скипала весь файт, я бы даже, может быть, взял бы с собой планца. Если бы вана поставил. Так, это бредовая идея, по-моему, вообще этим нравится. Ну вот ванап есть, да. Блять, мы любому автосуп на этом этаже. Ебучие мулебумы! Ебучие пауки, которых я не вижу. Время. Все еще нет хп синего. Кринж-сит. Так, я могу открыть сундук, подожди. Томат на догму весело? Верно, да. Уполет. Крылья KFC. Погнали. Уяры. Дамокла нет. Это берется, кстати, это берется и то, и другое. Потому что конжойн будет очень хорошо на этот глаз. Я зря взял хелсап, сразу я мог пойти еще и на босса. Что-то поздно отреагировал. Ну ладно. Ух, и так вроде не так все плохо. Давайте синего хп. О, ключики. Сейчас куда-то, по-моему, понесло. В сторону члена чат понесло. Как так вышло? Берем жадный. Жадным быть не запретишь. Имеет право. Тогда буду плакать. Как это? Чего грустный? Ой, невкусный. Гриб.
Дорогу. Ну типа, подожди. Это прикольно? Ну спектрал было бы хотя бы, было бы надо поприкольнее. Так. Что-то коробка может быть тоже приятно. Тут коробка может быть полезна, но у меня дети пока довольно бесполезные. Сильно уж сильные. Не сильно сильные. Все это пока муть. Вернее, обратно ножницы. Но пока ничего лучше не получил. Давай. С тебя спидап. В идеале. Ладно, еще потыкаемся. Как же геймини стакуются? Как же геймини? Как же геймини стакуются, господи. Боже мой. Это хорошая карта. Закрылась, конечно же. Конечно, закрылась. Шли-ка сундуки проверим. Вдруг что прикольное там было. Кажется, скорость душная. А, там был один сундук, даже не два. Ну ладно. Ну и пофиг. Теперь бы хоть конжойнт собрать, блин. Уже было бы получше. Причем конжойнт я скорее соберу на дьявола, чем на ангелах. Не знаю, нахуй я еще брал дуалити. Нахуй я брал эту удачу, тоже не знаю. Мыкла было мало в этом. Бля. Еще синергия, да? Класс, да, привычка. Уж на том. Да, типа, смотри, дети хуёвые, блин. В пизду. Ножницы оставлю. А хера я с собой взял стрим-карту, а потом её выкину. Чем её с собой таскать? Здрасте. 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 Это ты. Чмошник. Дайте хп красного. Ну, это красная хп, конечно, но... Но не совсем. Бледно, ты... Ты охуел? Русские дети просто уродские, вообще ничего не дают. Хрен зафармишь. Удачи. Ну, ты удачно делал. Все сделки еще где-то будут появляться. Осуждаю Велениум.
Я видел секретку, чем я взрываю. Вообще, давайте скипнем, ладно. Давайте одну эту руму скипнем, похуй. И давайте все же карту оставим. Я думаю, я скорее хочу успеть на босс-раш, чем этажи фармить. Все равно эту руму я так увижу. Магаз? Да, похуй на магаз, но денег мало. Как это работает? А, никак, слава богу. Заебись. Заебись. Это никак не работает. Я так и подумал, что он после не будет работать. Халявный тирейд. Превосходно. Правда, погоди, если я возьму Брим. Вот тогда эта хуета, наверное, начнет работать, да? Антигравити. Вот там-то она наверняка работать начнет. Я почти уверен, что она там будет работать. Брим брать теперь, видимо, нельзя будет из-за этого. Что-то мне подсказывает, что брим теперь брать нельзя. В этом ране. Библия. Холи факин Библия. Просто метка будет. Ну там будет метка. Ну хотя может он будет типа делать эту свою парашу антигравити, да? Но метка будет типа как бы направлять Брим в нужную сторону. Не знаю, я даже тебе даже как-то даже почти любопытно проверить, как это будет работать. Даже почти хочу это проверить сам. Как это будет выглядеть. Если будет Брим, все же я возьму Брим. Вряд ли я устаю от соблазна не взять Брим. Какие есть активки чертова качества? Google в помощь. Не помню. Ну, сертификат, скорее всего, 4 уровня. Ау. Урод! Он, походу, еще из автомата какой-то был ёбнутый. Пиздец, псина, блять. Сдохни нахуй. Заебись, сделки охуительные. Сделки гига охуительные. Это, походу, опять самый хуёвый ран, но будет последний опять. Видимо, сегодня за день. Самый слабый забег. Ну что, ждем Диплопию. Давно ее не было. В уличных ломках. Все еще могу успеть на босс-раш. Шика выложим вайлдкарту, чтобы ее не просрать. Блять! Ебаная скорость говна. Думал, позже выкину. Ну хер я успею, наверное. Сраный лост. Навряд ли я успею, конечно. Подай телепорт хотя бы сразу. Не телепорт. Это тоже не телепорт. Ясно. Ясно, понятно. Еле успеваю с триплшота выходить. Радиуса. Пошел нахуй. Карта все еще нету.
Томатная. Так, я по итогу одну, да, это в ромбу мы скипнул. Всего одну. Уже нихуя из полкарты не будет, я понял. Похоже, не успеем мы на бусраж. Нихуя мы не успеем на бусраж. Помойный этаж. Печально. Это печально. Или может в этой руме у карты тут, по-моему, не было. Это не в этой. Так, магаса вроде не видел, да? Магаса вроде я не видел. Господи, где она? И даже не здесь. Это может быть пятак, кстати, погоди. Ролл бил, да. Да, ролли-то нет смысла, вроде у меня бил не прям мега плохой, он просто унылый. Не думаю, что сильно лучше на ролю. Мне айдемов довольно мало. Это уже похоже на плохую идею. Так, я нашел. Тут магаз, по идее, сразу же, да? Ой, нахуй нажал ножницы в этой руме. Кто? Подохни. Подарок. Файн, пошли с подарком. Не забыть забрать ножницы. В общем, блять, подарок с вайл-картой. А я не смогу это сделать, потому что я фулл-карту после подарка нажму. Либо я жму тогда подарок все-таки не на этом, не на сделке. А где я это нажимаю ее? В секретке. Опять какую-то хуйню получу вместо нормальных айтемов. Блин. Обидно, конечно, получается. Ой, Айзек, блядь. Давай ты уже умрешь. Естественно. Прощай, босс-раш. Петух на Крампусе, конечно, тебе надо будет появиться, урод ебаный. Блять, уебищный забег, просто пизда. Ебанский ран. Блять, что это за кринж, хуй-то нахуй вы этот мусор не кидаете в эмоут. Не буду этот кал добавлять. Так уже все обосрали своими странными эмоутами. Так, Temperance. Дай скорости. Скорости. Откуда я пришел отсюда?
Поехали. Пиздец, минус один дамаг, 5-6 дамага, ёб твою мать. Пам. Так, я скипал депс 1, да? По-моему, и все. Обычно решаю сделать один забег еще лишний. Это хуйня, повернись нормально забега. Зачем, не знаю, допустите. Окей, сейчас. Вроде пустил. Так, продолжаем ползти дальше. Окей, это хорошо. Вообще, я хп зря сразу беру, наверное. Все еще в теории диплопия может быть, наверное. Я же диплопию не видел, да? У меня было еще диплопия в этом забеге. Ну, вроде не было. Молодец. О! Это забавное предложение. Хуйня. Пандора это просто деньги, да? За деньги, да. Починим автомат. Нормально починим, походу. Будто мало денег получил, или... Нормально. Не пойдет. Охуеть. Я сейчас хотел купить синий хп. Но, видимо, уже не важно. И там. Хотя, с другой стороны... Не, вообще-то Shadow можно взять, наверное. Я могу Shadow активировать перед это, перед догмой. Shadow можно взять. Это, наверное, не самая тупая идея. Тут маленько DPS появится. Типа, что мне явно хватает, чтобы пройти всю тут парашную. Только там опции, да? Или там не опции, подожди. Там, по-моему, не опции, да, ведь? Нет, тут не опции. Кто бы там берется? Нужны бомбы, кстати. Нужны... А, ну, или я могу просто хп слить перед это. Перед... Перед полетом наверх, ладно. Мне бомбы не особо нужны. Хуйню сказал. Просто убиться в руме перед... Финальным этажом. Финальным этим... возвышением. А, меня сейчас еще ванап, это правда. Ванап будет перед Shadow, я думаю. Думаю, ванап будет перед Shadow. Не после. Хотя. Может, нет.
Вообще, мне кажется, Shadow будет в конце. По логике, по идее, Shadow в конце пропает. Скоро проверим все равно. Еще я могу взять книжку на хп, но... Нахуя? Стоп, а я разве не скипал Депс 1 на этом руму? Или я скипал Кейвсы? Или я скипал Кейвсы? Видимо, я скипал Кейвсы, ладно. Я думаю, что я Депс 1 скипал, а не Кейвс 2. Почему-то. Странно. А, антиграва, точно. Антиграва, хорошо. Можно было вообще-то автомат пофармить, кстати, в конце. А, не, не могу, тут стрин карта. Я не могу стрин карту не брать. Ни в коем разе. Очень нужна эта стрин карта. Ну, это говно. Не, это говно. Было бы денег до хера еще, может, подумал бы так. Смысл. Денег явно я уже не найду, наверное, нигде. Блять, я думал, проход взорвут. Господи, DPS просто пизда. Ебанись, DPS просто весь забег. Это самое, походу, ранцы у него будут медленные. Хотя он все еще не прям уж медленный. Все слабые. Но не прям уж совсем медленный. Хорошо. Дорогу нахожу. Приятно. Отсюда даже без ножей забеги были всякие-то поломанные. Сегодня буквально не было ни одного хуевого рана. Ранный день. У меня сегодня было 3 забега Гапи. Подряд. 3 рана. Начиная со 101-го. 3 рана был Гапи. Причем один Гапи был на первой сделке из сундуков. Так что... Такой день сегодня просто, видимо. Good day was a good day, как говорится. Только в конце чуть-чуть подпортили, это не сильно. Скоро надо будет Shadow пропать. Пес. Это атом. Так, рано. Фальстарт. Мне пока еще не надо ни Shadow, ни Ванап пропать. Тупая блядская муха, нахуй. С этой тупой нахуй скоростью. Еле убегает от них. Пизда в этом руме, скорее всего. Или нет? Спасает. Блять. Да, он прыгает, а у него томат. Томатный паук. Не знаю куда. Так, сразу не улетаем, надо будет
Шеду активировать. Заебись, получилось. Так. Ну-ка. Ну-ка. Ты мне не можешь конжойн дать, парень. Слышь? Слышь, друг, у тебя конжойн есть. Ты не можешь этого дать. Чудика зеленого. Это было бы прикольно. Это было бы сильно прикольно. Хрен, конечно, не даст. Ладно, хрен с ним. Да, сначала ванап, теперь шедоу. Все правильно. Ну-ка. Плюс 7 дамаг, охуеть. Ну, осталось не подохнуть. Блин, даже нож в жопу не дали. Не собрали. Найс лаги. Так, ну давай томат. Томатный телевизор. Блять. На самом деле, Брима так атакается, по-моему, когда он томатный. Я не понимаю, куда двигаться. Что он бьет не в меня, а в телек. И... Да. Ну, медленно когда томатный. Вообще не спешит. О, ускорился. Томатный спиннер. 0.9, потому что я шедоу. Я же шедуля активировал, у него 1.1 скорость базовая. F. Не надо F. Че по DPS, интересно? Сука, все плохо будет на Shadow. По идее, должно быть нормально. Да, нормально. Не идеально, но нормально. Ну да, без шадуля на самом деле ран был бы пиздец говном. Я не знаю, что я сейчас тут уже делал бы. У меня была бы стенд карта, но демеджа было бы в 2 раза меньше. Я бы сейчас, капец, тут колупал бы эти фазы по полгода. Типа есть ножницы, но ножницы они тоже, когда как они дамажат не прям уж сильно в этой игре. И все еще дамажат при этом. Уголь. Ну да, ну типа, хз, не знаю, этого хватило бы или нет. Чтоб нормально себя чувствовать. В этом файте. Вау, твари. Все-таки нассал мне на голову. Вылазь. Еще один. Встал на месте. Опять там отдушат его. Куда они? А, они типа бегают за этими закосами. Вы чё, шизы? Нахуя вы за ними бегаете? Уже второй вообще кто-то улетел в жопу. Ебать. Куда второй улетел? Чё происходит? Чё происходит? Умирай. Спасибо. Так.
Садитесь. А. А, они его дамажат. Окей, ладно, если он его дамажит. Хуёвая идея, ладно. Хуёвая идея была, что делать. Виноват. 3 хп просто в пизду улетело. Не знаю, почему думал, что я смогу тебя сколько чем-то разбивать. С видим своей жопой. Не знаю, чем я думал, их буду разбивать. Пиздец, их вообще нахуй не загреть. Ёб твою мать. Их вообще не загреть на него никак. Просто нахуй никак. Блять. Тихо. Я еще не вижу хитбокса нихуя. Ладно, забей. Просто не будем такой хуйней пользоваться. Неважно. Ну, скорость 1.1. Как бы еще удивительного. Тут не ниже, ладно. Тут скорость минимальных дают на файт. Да, не было ничего страшного, господи. 108 ГГ.